Вы знаете, сейчас в Украине, да что там в Украине, во всем мире все настолько политизировано, что о политике говорят на всех телеканалах. Да, и даже на телеканале Discovery. Поэтому не случайно хотим представить вашему вниманию выпуск политических новостей на телеканале Discovery. Внимание на экран. Итак, представьте, обычные украинцы каждый день видят новый курс доллара. И так каждый день. Да. Продолжим. Российские чиновники увидели перечень европейских санкций. Шок. Любой бы обалдел. Да. В интернете появилось видео, как Виктор Янукович с соратниками бежал из страны. Шустрый кабасик. Скоростной, да. Ну, продолжим. У каждого, в принципе, должен быть свой домашний любимец. А вот недавно, наконец-то, найдена любимая собака Дмитрия Медведева. Один в один, как-то. Ну, воткнул, с кем не бывает. Да. У сборной Украины по прыжкам на батуте появился новый строгий тренер. Такого тренера не хватало нашей сборной по футболу, да? Да. Жестко, но справедливо. Согласен. Да, ну на самом деле здесь, на берегу моря, не хотелось бы много говорить о политике, поэтому немного фестивальной тематики в нашем Discovery. Как известно, на свежем воздухе похмелье переносится легче. Итак, представьте, утром наши отдыхающие идут на завтрак. Фестиваль. Конечно, весело, чего нет. Убедительная просьба к туристам. Ходите друг к другу в номер через коридор, а не через балконы. Недалек. Почти, да. Да. Ну что, а при выезде из отеля туристы из Харькова увидели счет за мини-бар. Паника. Где-то так. Да. А сразу после нашей передачи смотрите выпуск программы «Малахов плюс». Как я начинал уринотерапию заниматься? После того, когда я изменил питание, вау, я смотрю, да она совсем другая стала. Как чаёк. Будьте здоровы, собственно. Да. Ну что же, в заключение мы хотим пригласить на эту сцену исполнительницу, чьи песни на самом деле нравятся не только людям, но и братьям нашим меньшим. Не бойся, мальчик, ближе подойди. Не бойся, мальчик, взгляд не отвори. Не бойся, мальчик, я скажу слова. И ты забудь, где небо и земля. Знакомая мелодия, я надеюсь, да. Вы догадались.